Рассказывайте, куда приехали? В лес за грибами. Кто первый-то найдет гриб? Не знаю. Я думаю, я найду. Ну, мы сейчас туда пойдем. Пойдемте, что вы встали-то? Мы же грибы ищем, а не траву. Вы расходитесь друг от друга, там маленько вы так не найдете. Что, нет грибов? Ой, я промокалась. Да ладно. Да. Ничего страшного. Какой там внутри дерева гриб? Вот. Поганка тоже там, да? Поганка. Одни поганки. Папа, там потрогай. Нет, что ты, две нашел. Потрогай меня вот. Я две нашел. Ничего страшного, я даже Виктория. Три нашел. Высохнешь быстро. Ну, конечно, на солнце. Ну да, на солнце-то жарко. Ну что, ребята, как у вас дела? Нормально. Не нашли грибов еще, нет, что ли? Нет. Устали? Нет. И не устали? Мы только что начали искать. Понятно. А я муравейник нашел. Что ты нашел? Муравейник. Ну, вон, ждали. Да. Ты что раскашливаешь? Не знаю. Потело, потому что. Потело? Жарко? Да. А грибов нету, да? Ну да. Ну что, мы найдем грибы, так кто как думает? Пойдем. Если найдем, то только наверное. Чего такое? Кошка сгорела. Ничего себе, пожар был, да? Смотрите, яма какая. Что? Яма какая, видали? Нет. Кирилл, а мы сейчас вот что нашли. И какие-то листики. А я еще один грибок нашел. Я же говорил, я найду. Ну да. Ищите гриб. Вот. Нашла Виктория. Да, сейчас Валентина его срежет. Шляпка срезалась. Молодцы. Целы, не червивы. Дай мне шляпку, а тебе нужно. Ну ищите еще, может еще есть. Я еще один вижу. Ну, ищите. Наша операция найти гриб. Второй. Это червивый. Целый гриб. Вот так вот, а я еще один гриб вижу. Ищем. Ищите внимательно. А я его более, знаешь, как ловить? По прямой. Все, получается у вас. И Вики сейчас еще срежем. Или ты сама Вики хочешь? Сама. Сейчас срежет. Грибочек. Много грибочек. Сейчас я еще один найду. Давай, ищи. Все. Молодцы. Чего, у деда-то много, да, грибов, что ли? А? У деда-то много грибов. Дедушка, вот это тебя сейчас обрезали мне. Ой. Настолько вкусно, что муравьи едят, да? Даже сырой муравей. Ладно, пусть они его еще едят. Еще муравьи пальцы. Поганка, да?
А там впереди есть нормальный грибочек. Где? Чего он мой? Чего он мой? Мой. 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 Ну чё вы? Давайте на пополам тогда. Нет. А чё? Вик, ты его уже... Угу. Ножку. Кому ножку? Да никому эту ножку. Ладно. Давайте, по очереди будете грибы делить. Ну вот сейчас, который дал. Валюшка, вот смотрите, орешки с Кирюхой теперь вы. Вот, маленькие. Видите? Валюшка, я отъезжу. Все, получается? Дали, скажи, кухонный ножик, да, игрушечный? Целы? Не червивы? Ложите в корзинку. На, этим ножиком. Аккуратно вот только. Этим ножиком. Да. Это шляпка. А у нас ножка целая была, шляпка. Целая. Да, целый он должен. Мама дома проверит, да? Валюшка, вон впереди еще гриб. Левее. Прямо. Вот еще, опа, вот я еще, Микушка, ай да, вот этот срежь. Вот этот? Вот этот. Я его с конем оторвал и сейчас отрежу лишнее. Хорошие, да, грибы? Давай ножку я еще пониже срежу. Я вот гриб, папа. Все, все, лишнее отрезал. Положи в корзину. Лишнее отрезал. Я уже положил. Молодцы. А вот Викушка маленький увидела, да? На, ножичком давай. Я уже шляпку. Шляпку оторвала, да? Да. На, вот, держи. 9-10. Ой, 11. У меня почти полное ведро уже насобирала, что ли? Да. У Валюшки уже большая. Полкорзинки тоже. Полкорзинки. Дед уже насобирал, что ли, у вас сидит? У меня полная. Почти полная уже? Почти полная. Ничего себе. Да? Ложи сюда. Хоть тоже я хоть что-то нашел. Хоть что-то. А у нас 12. Грибок. Вот. Блин, моя. Гриб-боровик. Толстенький. Толстенький, вкусненький, наверное, да? Он реально толстенький. Да нет, целый он. Я вижу гриб. Где? Это он мой будет. Ищите. Это он мой. С какой стороны? Ну вот рядом. Рядом? Что, сдаетесь? Да. Ищите, ищите. Мы сдаемся. Ищите давайте. Валентина нашла. Что, получается? Тоже добрый. Хороший. Еще один гриб есть, ищите. Ищите. Вы же за грибами приехали, ищите. А то я вам все ищу. Ну как, получается? Я вон там уже не грибы. Вань, можно я его срежу? Дайте Кирюхе срезать. Кто там к тебе залетел? Ну кто? Медведь пришел. Как-то тут показалось, что гриб мой вышел. Видите, что еще побольше? Пока не вижу больше. Срез, Кирюха. Что, Кирюха, не получается у тебя? Все? Все? Получилось? Добрый? Добрый. Гриб еще нашла, что ли? Да, старый. Старый только, ну хорошо. Уже нашла, уже хорошо, молодец. Это
вы что не ищете? Нашла. Ого, какой маленький. Дед, наверное, или кто-то перед этим, но нет, не дед, уже засохший. Кто-то не дед, я думал, дедушка перед сегодня находил, это уже засохший, кто-то до этого искал. Вот еще один есть. Ищите. Я сам тогда срежу. Опачки, да? Все почти полное. Ты только не растеряй грибы-то. Все, давайте еще ищем. Кирюха, айда тебе, смотри, какой гриб большой. Я его ем. И ты его есть будешь потом дома. Он не любит грибы. Ты не ешь грибы, что ли? Да, я их не ем. Ну только собираешь, что ли? Тоже ножка добрая. Ножка добрая, а там гриб не очень. Да, это так это вы с этой, а он внутри-то добрый. Так внутри-то. Ага. Ложите, бабушка разберет. Я мало грибы разбирала, папа. Кто видит гриб? Не я. Вон Левина, вы двое. Виктория, айда сюда тогда, или кто? Давай ножичками я срежу, держи за шляпку. Смотрите! Что, добрые у вас грибы? Оба срезали? Да. Добрые? Да, добрые. Хорошо. Кто найдет? Кто найдет? И будет. Нашла! Это гриб такой, что ли? Ну-ка. Ну это поганка, да? Это не тот гриб. Да, не тот, другой. Айда, подсказку дам, а то мы так долго будем. На, режь. Я хочу. Аккуратно режь. Аккуратно. Давай мне ножичку. Что, не тяжело вам носить? 15, нет. Что, ищем еще, тут еще должен быть где-то рядом. Хороший. Вот папа, поганка? Нет. Съедобный. В какой стороне машина? Вон там думаете? Еще кто как думает? А я все-таки думаю, что там. Там? А Кирюха, ты думаешь, где машина? Сейчас я скажи, разгляжу и через лес, да, сначала? В какой стороне машина-то? Там все в трех разных направлениях показываете, да? Ладно, идите тогда за мной. Что, видите гриб? Да. Я да. Кирюшка или кто там, Валюшка, режьте. Кукушка уже почти перешагнула его. Его ты видела? Да. Я перешагнула. Ты добрый? Да, добрый. Валя маленький, он какой нашла грибочек. Он какой маленький. Ищите еще. Видишь гриб? Я? Но он где-то тут есть, да? Ну я тоже не вижу, но он где-то же есть. Нашел. Срезай. Не торопись, а будки потерял. Не торопись, они его еще не видят. Вон впереди светленький. Дайте Кирюшке срезать. Вот он. Молодцы. Что, устали? Нет? Еще будем ходить, что ли? Да. А я устал. Устал? Ну сейчас мы идем в сторону машины. Я тебе гриб теперь нашел. На ножичек. Аккуратно. Пониже еще режь.
Ну так хоть режь. Полная всё. Корзинка. Ищите. Еще должны быть. Ну как маленько не ищут. А, вот. Ну что, видите гриб? Нет. А я вижу. Где он? Что он будет? Даже, наверное, я не один вижу. Валюшка, вон влево, видишь? Кирюха, а ты сюда, Айда. Вот еще грибок. Папа, да. Я здесь грибочек нашла. Ну ты что-то не вываливай. Вот грибок. Вон какой маленький. Не поганка хочет. Нет, хоть не поганка. Смотрите, мелкий. А я еще мельче нашел. Что, мельче? Вот. Вот какой маленький. У нас червивый. Червивый у нас 19. Сейчас найдем еще не перед. Все, завершили охоту на грибы. Довольны? Да. Еще потом поедете? Да. А завтра мы поедем? Нет, наверное, не знаю. Завтра видно будет. Ну что, в общем, ребятёшки-то уехали у нас домой. А я-то еще выкался по лесам. Брал, вот, в общем, я пакет всяких разных. Ну, большая часть тут подосиновиков. И здоровые, и маленькие, и всякие. Как-то вот так вот.